Форум «Волна надежды» собрал десятки семей. У кого-то из ребятишек проблемы с опорно-двигательным аппаратом, кто-то имеет хронические заболевания дыхательной системы. Цель мероприятия – дать всестороннюю информационную поддержку родителям. Организаторы встречи пригласили травматолога-ортопеда, врача-педиатра, детского массажиста и множество других специалистов. Параллельно прошел отбор ребятишек в возрасте от 0 до 7 лет для индивидуальных бесплатных занятий в бассейне. То есть родители экономят свой семейный бюджет порядка 15 тысяч рублей. Два раза в неделю на протяжении 3 месяцев дети будут заниматься плаванием, укреплять свой организм, укреплять свой иммунитет, ну и также хорошее настроение получить и пользу огромную для здоровья. К слову, набор по-прежнему открыт. О том, как записать своего ребенка на бесплатные занятия по гидрореабилитации, смотрите в нашем вечернем выпуске новостей 18:30. Оскар Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС.